Я немного бы хотел сказать о своей затее ремонта флая. Флай 4514, да, замена. Хотел поменять, значит, сенсорное стекло. Ну же и стекло, оно же сенсорное, переднее, да. Хотел его поменять, но, к сожалению, эта попытка оказалась неудачной. Сейчас расскажу, почему. Естественно, я пытался делать, как и ремонтирую другой BlackView. У меня есть на канале видео, как я там меняю вот эту вот сенсорную панель, да. И ровно точно так же решил сделать и действовать и здесь. А, собственно, вот здесь находилось у нас, сейчас вам расскажу, вот так вот все находилось. Вот здесь, да. Все это было как литая панель, да. Потом я начал, значит, феном, разогрел феном по краям и начал чуть-чуть отклеивать вот эту переднюю часть. Вот она начала отклеиваться. Вот сюда пока не смотрите, я вам потом расскажу, как это появилось. Начал отклеивать, да, собственно. Но особенность в том, что после того, как я отклеил, да, то есть я, значит, ошибся, я не знал, что не разобрался, где экран. Я думал, что вот эта вот отклеивающаяся часть, как и в BlackView, это вот это вот защитное стекло, да. Но я ошибся и, соответственно, начал ее отдирать и, собственно, отодрал ее от вот этой панельки. Это светодиодная панель. Как видите, здесь она соединяется с самим экраном. Она отдельно, как видите, вот видно, если светодиодная панель, она, ну, на мой взгляд, не приклеена, но держится внизу, поэтому отодрать ее легко. Но потом, когда я понял уже ошибку, да, и понял, что все, я прилетел на экран, и теперь полностью надо будет покупать панельку вот эту светодиодную с экраном, да, что отломалось, плюс экран я вот так уже там начал коцать. Но потом я решил, ну, а давай, как бы я должен был действовать, да, что же я должен был делать, чтобы отсоединить вот этот экран сам, да, от вот этой вот панели, да. Ну, как видите, все-таки, так как панель идет сенсорная отдельно от экрана, да, продается, то наверняка ее можно. Я начал опять же разогревать, но это все оказалось неудачным, вот эта попытка. То есть я разогревал, и, собственно, вот как видите, здесь уже долго-долго грел, и все приходило к тому, что либо у меня начал где-то видно, а вот гореть, вот здесь вот видно горелое, вот сейчас сфокусируется, ну давай, фокусируйся же, ёпарас, это вот горелая часть, это горелый клей, черная часть, это горелый клей, почему, ну вот, значит, и, значит, ну он будет фокусироваться. И он все равно экран не, то есть вот я где-то пытался разогревать, да, чуть-чуть пытался приподнимать, но он сразу же моментально ломался и трескался, да, хоть я и как не пытался греть, как я уже когда понял все равно, что умерло, что вот это вот максимум, что у меня получилось сделать. То есть к какому выводу пришел я лично, да, лично мой вывод, что ну, лично профессионалы, да, которые, конечно, скажут, что там надо было класть на панель полностью, которая разогревается, полностью там. Ну, у меня нету этой просто панели, тупо нету, да. Это раз. Ну, вторые профессионалы скажут, что можно, конечно, положить, значит, было на, значит, утюг, да, это тоже вариант. Но, опять же, утюга у меня сейчас здесь не было. Плюс я до этого пользовался именно, так сказать, феном, да. Думаю, что фен мне поможет. Поэтому я, естественно, просчитался, это, естественно, моя ошибка. Но вот делюсь с ней, как бы, опыт сына ошибок и так далее. Трудных и так далее. Поэтому придется теперь просто покупать новый экран с подсветкой. Ну вот, и, собственно, хочу сказать, что, на мой взгляд, не очевидно было, ну вот не очевидно по сравнению с другими телефонами, и сложно было отсоединять, когда феном, да, лично феном вообще, в общем-то, невозможно отсоединить все это. Естественно, надо было панелью, разогретой панелью специальной, да, действовать и так далее. Ну вот, видите. Так что делюсь своей ошибкой с вами.
неудачная замена, да, и теперь как я буду действовать. И до сих пор, если честно, да, мне не верится, что и поможет здесь, и панель помогла бы, если честно, так, ну, я просто не верю, что помогла бы здесь и панель. Вот. Ну, кто-то может скажет, что я не прав, но вот такие мои соображения.